Офицер пограничных войск Туниса погиб в перестрелке с членами предполагаемой террористической группировки в пограничном пункте Бушебка на границе с Алжиром, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местное телевидение. Офицер пограничной службы был убит и еще трое ранены в перестрелке с террористической группировкой, цитирует агентство заявление, сделанное в эфире местного телеканала «Атайнеайр-1». Президент таможенной службы страны подтвердил агентству, что пограничник погиб при нападении террористов. С конца июля в Тунисе на 2 месяца продлен режим чрезвычайного положения после теракта на курорте близ тунисского города Сус. Тогда жертвами теракта у отеля стали 38 человек, порядка 40 получили ранения. Террорист, которым оказался 23-летний местный студент, был ликвидирован. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».